второй Андрей Пеевич, шестой Владимир Йовович, седьмой Милош Стевович и восьмой Дарко Исидорович. Тренирует футбольный клуб Судьеска Драгон Рад. Вячеслав Уснак пока гораздо менее активен. Фернандо, и вот у Фернандо есть пару метров, но очень медленно стартовал бразилец, и догнали его. Еще один фол, я думаю, что рано или поздно Бюлент Йылдырым посылает. Марковский поднимает руку. Стажилов. Ну, вот как раз в его как раз направлении мяч ввел в игру. Еще один фол. Каду бьет, накрывают защитники. Но вновь Каду поборолся. Молодец, лучший однозначно. Продолжается атака. Рикардиньо в штрафной. Каду. Каду. И прошла эта комбинация. В касании сейчас красиво Каду и Станоевич отыгрывались. Черногории огромное будущее ему предрекали еще в составе юношеской сборной, тогда еще Сербии и Черногории. Каду. С мячом Каду, а вот передача не очень удачная. Там сложно было сделать. Фернандо подбирает. Вильям. Остановки игры. 1008 или 9, наверное. Может даже больше на трибунах. Заворотнее сектора. Лубанор падает. И нет нарушения правил, считает Бюлент Йылдырым. Дает возможность, в первом тайме уже говорил, вместе с командой одним чартером на этот матч прибыли. Количество примерно 60 человек, но вот на секторе 60 не насчиталось. Тут Мористов здесь на тренерском мостике и активно это свое недовольство показывал. В первое время, наверное, указал своим футболистам на какие-то детали и попросил их действия. Не было Фернандо. Но это и влечет из своей определенные плюсы для нашей, конечно, для команды. Марковский опять упал. Сначала, наверное, чуть попозже назову. Хорошо, что черногорцы не воспользовались этим подарком. Очень много ошибаются и стали, по-моему, еще больше нервничать. Есть такое ощущение после этого. Марковский, что должны были к этому готовить. Вот этим мелким таким пакостям футбольным, потому как это все, повторюсь, старо как мир. Вся Югославия. Иса со второй попытки пробрасывает мяч на ход и чересчур сильно отпускает. Но сам поборолся, молодец Иса. Поборолся и вернул, исправил собственную ошибку на своем месте взятым.